В Одессе и других городах Украины появились билборды, выполненные в стиле политической рекламы кандидатов в президенты Петра Порошенко и надписью «Конец». В администрации президента уверили, что команда Порошенко не имеет отношения к этой рекламе. Это политическая агитация на грани фола. Ну, то есть по закону юридически это не агитация, но выполнена она в цветах компании Порошенко, и в принципе можно угадать и угадывается, что это вот так вот уходящий президент Порошенко. Соответственно, ну и задача ее, насколько я понимаю, это сформировать убеждение или точку зрения, что все, это конец Порошенко, он должен уйти. Ну и, соответственно, смотивировать, допустим, те, кто колеблется, за кого голосовать, не голосовать за Порошенко. В свою очередь в полиции заявили, что данные билборды размещены с нарушением законодательства и будут демонтированы. Так, реклама не содержит информации о типографии, тираже и заказчике этих материалов. Также отмечу, что в ЦИКе заявили об острой нехватке людей в избирательных комиссиях сразу в нескольких регионах. При том, что сегодня последний день их формирования. В штабе Зеленского уже прокомментировали эту ситуацию. Там считают, что нехватка членов избирательных комиссий может свидетельствовать о попытках действующего президента сорвать выборы. У меня эта ситуация вызывает вопросы, определенное возмущение, потому что, ну, это как минимум безответственное отношение к своей части обязанностей в рамках организации избирательного процесса. Поэтому в любом случае я не приветствую эту ситуацию. Значит, если мы говорим о срыве, то это не так. Соответственно, если вот на каких-то участках выборы, участки не откроются и выборы на них не состоятся, это может повлиять на соотношение голосов. Это действительно так.